С тобой хочет познакомиться один очень влиятельный в нашем городе человек. Кто тебя вообще пустил? Позвони по этому номеру, для тебя все устроит. Будешь продолжать в таком темпе, скоро до Москвы доедешь. Если не свяжешься со всякими гопонами. Ну, по факту победу ему присвоили. Так, Гусь, ответь на вопрос. Кто кому по факту дал? Ну, ты ему. Все, значит, я победил. Вы когда-нибудь в спортивных кругах такое понятие, как фэйрплей, слышали? Я вот тоже не люблю все эти иностранные словечки. У нас своих русских хватает. Козел. Далее слово, что взять. И волгарь, терем.